Правком работников Полоцкого госуниверситета организовал экскурсию «Столичные чудеса». Участниками стали члены профсоюза, участвующие в подготовке и проведении единого дня голосования в 2024 году. Экскурсионная программа прошла через урочище «Барокко», а следующим пунктом экскурсии стало открытое акционерное общество «БелАЗ», где участники экскурсии смогли познакомиться с процессом производства техники и узнать больше об истории и достижениях предприятия. 15 марта в Полском городском дворце культуры состоялся гала-концерт и церемония награждения победителей вокального конкурса исполнительного мастерства «Манящие аккорды романса», где солистка Народной студии эстрадного мастерства «Тандем» Полоцкого районного центра культуры Яна Скрипко заняла третье место в номинации «Соло». 16 марта в Минске проходил чемпионат Республики Беларусь по карате, на котором выступила воспитанница дзюшор номер 2 города Новополоцка Александра Полын, где в упорной борьбе заняла почетное второе место. Поздравляем с победой! Так держать!